В Екатеринбурге задержан директор автосалона Fresh Motors. Мужчину подозревают в мошенничестве. Скандально известная компания, по версии следствия, обманывала владельцев машин, которые сдавали их на реализацию. К тому же не исключено, что ограбление на 50 миллионов рублей, которому офис фирмы подвергся этой зимой, было не что иное, как подставное шоу. По данным полицейских, среди обманутых людей насчитывается более 200 владельцев машин. Накануне они провели собственное расследование и отыскали одну из пропавших иномарок. Да, наша. Побитая. Ну ничего, главное, что нашли. Офис продаж Fresh Motors в Екатеринбурге закрылся месяц назад. Сейчас следствие проводит проверку по данному факту.